Вот черт, Макс, где мой брат-близнец? Видимо, при взрыве его выбросило в окно. Как? Макс, я забыл выключить газ! Газ взорвался в итоге. Заставка! Кофемолка, кофемолка, кофемолка. Ну ладно, надо сделать ремонт в комнате. Да, я готов! Всем забыли поздороваться. Меня зовут Даня Океанов. Меня зовут Максим Ахатов. Всем привет! Сегодняшняя история будет про того мальчика, который... Макс, что за чертовщина? Ой, это пранк! Ого, а что с тобой случилось? На улице взорвалась машина, и я вылетел сюда. Ну и отлично. Давай опять расскажем историю. О, да, давай. А какую? Макс, что посоветуешь? О, расскажи про мальчика, которого кинули в ванну с тошнотой. Спасибо, Макс, ты в точку сказал. Итак, один мальчик есть на свете, и у него нет такой цвет, и поэтому нет счастья. И один раз мы его позвали на вписку. На вписке были конфеты с пшеницей и овечьим калом, и у него на него была аллергия. Начало его, значит, тошнить мою душевую, она даже засорилась. Итог того, что из него вышло 3 килограмма конфет. Мы посадили его в ванну, и он там лежал. Да, ему какую-то тупую историю рассказали. Да, согласен. А как думаешь, Ник Нимсон сможет лучше историю рассказать? Интересно, давай пусть попробует еще лучше. Алло. О, кошмар. Да. Ты куда, блин? Ту-ду-ду-ду! Что это было? Я не знаю, Даня. Что там было? Сейчас проверю. Нет, Даня, лучше не рискуй. Да пофиг. Если интересно, что будет дальше, то подпишись на канал и поставь лайк. Продолжение следует.